Всем привет, дорогие друзья! Перед вашими экранами стою я, Дэм, и этот парень. Я не знаю, что он сюда пришел. Но сегодня мы будем играть в Clash Royale. Итак, наша колода состоит из 8 карт. Лучниц, ледяной голем, палач, пламенный дракон, ракета и бочка с гоблинами. Но противник не растерялся и составил тоже неплохую колоду, в которой участвует два сильнейших танка. Это Мегарыцарь и Принцесса. Хитро, да? Согласен. И вот после небольшого промежутка времени у меня остается всего лишь одна главная вышка. Так же, как и у противника. Но я не растерялся и запустил на главную вышку ракету. И после того, как на ней осталось всего лишь 34% жизни, я запустил туда бочку с гоблинами. И тогда они сделали решающий удар, и мы победили противника на все три короны. Надеюсь, что вам понравилось наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем удачи и всем пока.